Работы на советском проезде начались неделю назад. Сначала сотрудникам МБУ благоустройства необходимо было убрать поврежденные деревья. Корневая система засохших лип очень слабая. При корчевании рассыпается. Чтобы этого избежать и полностью удалить из земли остатки старых деревьев, пришлось использовать специальную технику. Стараемся минимизировать, скажем так, возможные риски того, что испортится покрытие, в том числе плитка, брусчатка. И поэтому, да, применяем технику для того, чтобы аккуратно все это сделать. Внимательно наблюдает за благоустройством 12-летний Максим Шега. По аллее пролегает его ежедневный маршрут от дома к школе и обратно. Он считает, что эту дорогу обязательно должны украшать деревья. Мне интересно. Я буду каждый день сюда ходить и смотреть, насколько они подросли. Уже когда я стану взрослым, когда у меня дети будут, я скажу то, что вот, я здесь уже был, когда только посадили клен. Более 30 красных кленов были высажены вдоль дороги. Стоит отметить, что сорт растений выбирали жители. Администрация учитывает мнение жителей, и МБУ благоустройство, безусловно, тоже. Для нас важно слышать голос жителей, и именно этот сорт, это клена Royal Red, он был выбран жителями по большинству голосов. Саженцам около 5 лет. Ежегодно деревья будут вырастать примерно на 1 метр в высоту и радовать видновчан листвой необычного бордового оттенка. Кленовые деревья красивые достаточно. Мне не очень нравится. В принципе, здесь не очень давно живем. Нам здесь очень нравится, как все благоустраивают. Каждый раз что-то новое, очень чисто в городе. Вот сейчас шли, смотрели, что деревья высадили. Очень красиво, приятно. Спасибо главе города за то, что благоустраивает город. Это очень классно. Я ко всему отношусь хорошо. Что липа, что клен. Люблю природу. Вроде были деревья, потом появился хороший тротуар. Сейчас деревья вернулись. Здорово. Специалисты отмечают, что деревья морозоустойчивы и комфортно чувствуют себя в городской среде. Место не самое простое для деревьев. Вообще городские условия – это достаточно тяжело для растений. Поэтому клен – это один из видов, который достаточно хорошо приживается и растет в городских условиях. Сейчас у каждого посаженного дерева возведен защитный каркас, который обезопасит растения от погодных условий до наступления весны. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.